бумажку и выйти, показывая, помахать перед публикой, это каждый дурак может, правильно? Ну, люди опять верили, то считали, что он не будет врать. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем функция и предназначение кристалла, находящегося в центре груди, почему враги стремятся его разрушить или заблокировать? Но это не совсем кристалл еще, это энергетический центр, который при развитии действительно будет поставлен, может поместиться в кристалл, но это энергетический центр, вот как индусы называют их чакрами. Это просто антенны, поглощающие из окружающего пространства, впитывающие вот те самые темные материи, которые наука современно не знает, 90% которых. Это вот семь первичных материй нашей Вселенной, которые формируют. Вот семь, поэтому и семь чакр, так называемые. Некоторые тут есть еще дополнительные, но это уже косвенно, это никакого отношения. А семь основных, действительно. Почему пытаются заблокировать? Потому что заблокировав прием определенных потоков через сущности человека, блокируется возможность его развития. В зависимости от того, это последнее обращение человечества, расписывают, как можно заблокировать одну ту или иную чакру, блокирует развитие человека. В зависимости от какой цель ставится, чаще всего блокирует солнечное сплетение, но в груди это уже развитие сознания, возможность эволюционировать блокируется. Но чаще всего блокирует и солнечное сплетение, и это. Так что это делается для того, чтобы блокировать развитие человека.